Гюмри наблюдаются случаи интенсивной аренды жилья гражданами Ирана. Как передает Даяс, об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт Адаля Твердиев. Я попытался выяснить причину особого интереса иранцев к городу. Согласно достоверным источникам, некоторые из них занимались шпионажем против России. Из этих домов хорошо просматривается дорога к 102-й российской военной базе, пишет эксперт. Таким образом, нет сомнений в том, что иранские граждане, проживающие в этих домах, имеют возможность отслеживать и регистрировать деньги, ввезенные или вывезенные с российской базы. По словам Вердиева, согласно тому же источнику, иранские спецслужбы используют армянских женщин, предоставляющих услуги российской армии, в качестве орудия для шпионажа. Несмотря на краткосрочные интересы, Иран видит в России своего стратегического соперника на Кавказе. Деятельность иранских спецслужб в Гюмри осуществляется систематически. И не исключено, что в ближайшее время эти группы могут совершить провокации против России, подчеркнул Адаля Твердиев. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.